Привет. Я Самара, вы откуда? Откуда? Самара. А я Авдеевка. Авдеевка? Ага. Украина? Да. Понял. О чем общаетесь? Ой, скажите, пожалуйста, вы знаете 15 республик Советского Союза? Да, знаю. А что? Карело-Финская республика туда входила. 16-я была в какое-то время, да. Потом она в состав РСФСР вошла. Подожди, сколько всего входило со Советского Союза республик? Смотрите, 15 было, потом 16-я появилась, потом она вошла в состав РСФСР в каком-то году, не помню, то ли 50-м, то А ли 60-м. каком? Не помню, слушайте. То ли 50-е, то ли 60-е года прошлого века. Вот, а что? Как-то интересно что-то. А вы сможете назвать все республики? Советского Союза? Да. 15? Да. Давайте попробуем. Давайте вот так, смотрите. Три прибалтийских. Эстония, Латвия, Литва. Правильно? Потом пошла Белоруссия, Украина. Начинаем сюда там, да, там Грузия, Азербайджан, Армения, Узбекистан, Таджикистан, Россия. Загибайте пальцы. Да. Какие еще не назвал 4 республики? Ну, вы же называете. Ну давайте еще раз. Вы помните, да? Таджикистан. Ага. Еще. Армения. Армению называли. Узбекистан. Армению, Узбекистан называли. Ага. Армения. Таджикистан. Таджикистан. Подожди, только что Тоже назвали. называл? Да. Да что-то, я тебя проверяю просто. Ну, нормально? Ну, ты их сам знаешь. Ну, вы же спросили, типа, умничайте тут. Давайте все назовите. Так Еще я три. умничаю. А где там эта Карельская республика? Когда она была, блин? 16-я была. А, назовите Какая все не была республики. 16-я республики? Подождите, назовите 15 республик. Давай я тебе сейчас назову, блядь. А чё вы Google лезете? Да потому что 15 республик Советского Союза. А чё вы Google лезете-то? Да потому что, Джерело блядь. «Российское общество знания» в состав страны входило Зажимай 15 пальцы. союзных А республик где ты эту штуку Азербайджан, чистую, СССР, блядь? А Армянская почему же ССР, сами не сможете Белорусская назвать? ССР, Не смогли? Грузинская А, ССР, Молдовскую я Казахская забыл. ССР, Молдовскую. Киргизская ССР, А Латвийская почему ССР, же сами не Литовская смогли, да, ССР, короче? Молдовская. Причем сидите, спрашиваете всех Нет. 15 республик СССР и сами не смогли назвать 15 республик. Советская республику, блядь. Что? Где тут Финскую республику увидел? Ну, она была, потом она потом вошла в состав российской. В каком году она была? Когда забрали у Финляндии эту территорию? Кто Было начал тут про 15 республик. пьяным?